Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети туристических агентств Викинг Туристик. Мы находимся с вами в регионе Сиде. Сейчас мы будем с вами осматривать отель Гранд Шикер. Приглашаю вас его со мной посетить. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе последних новостей в сфере туризма. Ресепшн небольшой. Вот он, в принципе, и весь отель. Судя по всему, небольшой. Вот она территория, водные горки. Это представитель отеля Gastrolation. Номер 2110 Family. Новый корпус. Разреши мне пройти. Вот у нас одна комната первая. Здесь покрытие у нас плитка, судя по всему. Телевизор небольшой. Второй этаж. Здесь выход на балкон. Еще комнаты разделены дверью. Вот вторая комната. Кондиционер центральный. Тоже есть маленький телевизор. Одна большая кровать. Все чисто, аккуратно, хороший номер. Это балкон с видом на бассейн. Ванная комната. Здесь у нас душ. Здесь у нас тропический душ. Тропический. Красивая плитка. Номер 2214, стандарт. Ладно. Чисто, аккуратно, все свежее, плитка интересная. Здесь у нас душевая кабина. И тропический душ. Стандарт. Значит, у нас две кровати, тахта. Покрытие здесь у нас плитка. Плазменный телевизор небольшой, 17-дюймовый. Центральный кондиционер. Хороший номер. Балкон небольшой, совсем такой тут пятачок, метр на метр. Как ванная. И вид у нас на бассейн и территорию. Назовем это территорией. Территория. Есть 4 водные горки у них. Excuse me. 3309. Это стандарт в старом корпусе. Это стандарт. Такие же. Проходи. Только старый. Видите, плитка здесь старая. Еще такая синенькая. Здесь душ. Есть ванна. Вот она. Тропического душа нет. Просто обычный душ. Ламинат. Он уже старый. Две кровати. Номер уже устал. Его надо было бы реновировать. Поэтому этим они занимаются. Реновируют потихоньку номера. Вот еще раз. Кондиционер у нас сплит висит. Диван. Здесь 4 человека. Максимум, может быть, балкон. Вот он небольшой. 2 стульчика, стол. И вид на территорию. Там вот амфитеатр справа мы видим. Есть 4 водные горки. Детский клуб. Смотрите, это детский клуб. Ресторан. Бассейн. Закрытый. Здесь спа у нас находится. Давайте посмотрим, какая здесь. Мне только дотянуться. Холодная вода. Тренажерный зал. Небольшой. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тренажеров. Зато есть весы. Что у него многих отелях. Мне подсказывают, что бассейн всегда 27 градусов. Это такая фишка. Территория отеля.
красивые зеленые деревья. Они обрезаны специально. Создают такие квадратные. Детский клуб. Сейчас посмотрим его. Компактный, пару столиков, телевизор, детки занимаются. Купированные деревья, смотрите, как красиво. Это к детскому клубу дорога ведет. Главный ресторан. Время уже обеда. Посмотрим. Большой. Ого, сколько здесь мест. И зона раздачи еды. Есть еще релакс-зона. Здесь не играет музыка. Здесь можно в тишине полежать, позагорать, покупаться в бассейне. Бар. Уголок сладостей. Справа чай, кофе. Зона отдыха, магазины.